из нас дан вас, как молитва и как Божий глаз. Пусть летит над широтой стеной эта песня про Донбасс родной. В школе я работаю с 2010 года, 14 лет. Никуда мы не выехали, были всегда здесь. Почему не уехали? Ну, потому что это наш дом. И вот, знаете, я такой человек, которому все-таки тяжело, ну, оставить свой дом и поехать в никуда. Мы верили, что все-таки все будет хорошо, что все у нас наладится. Мы чувствовали всегда поддержку России. И поэтому вот лично мы остались дома. Мы никуда не выезжали ни на день, ни на месяц. Всегда были здесь. Да, тогда я жила в поселке Ханжонково, и как раз у нас там были прям вот и прилеты, это был 14-й год, август. Было страшно, да, сидели в подвалах, но как-то, знаете, мы, наверное, не понимали, что происходит, вот просто не понимали, мы не могли это осознать. Привыкли, они, ну как вот правильное слово это подобрать, да, приловчились что ли вот к этой жизни. На уроке вот сейчас, да, вот в начале года, там самолет пролетает, да, некоторые дети боятся, закрывают уши, некоторые там под парту падают, да, а некоторые сидят, то есть, мне говорят, ой, да, самолет полетел. То есть дети реально адаптировались, вот, вот это правильное слово, адаптировались, да, вот к нашим условиям. Конечно, папы воюют, мамы воюют. Много у нас учеников, у которых погибли родители, дедушки, папы. Сложно. И когда вот на тех же, ну, на руках музыки, да, мы все-таки поем песни, поем патриотические песни. И когда затрагивается тема войны, да, или там, парад, допустим, парад победы или войны, то вот часто сталкиваюсь с таким, что дети, они реально, они сидят, они плачут. Они плачут. Взять вот, вот этих детей, которые сейчас пришли в первый, во второй класс, да, и взять детей, которые были 10 лет назад, там, 14 лет назад, да, когда я только пришла в школу. Но такой реакции не было у детей, не было. А то есть все воспринимали, та война, где война, а где мы, да? Сейчас нет, сейчас это реально все прочувствовали, прожили. У нас вот возле нашего дома прям упал огромный осколок, вот огромный. Честно говоря, я вот не могу сказать, как адаптируются дети. И я не знаю, вот лично я вот попала в эту ситуацию, это было страшно, вот правда. У меня вот маленький ребенок, и я его схватила. Просто, ну, знаете, люди разные. Кого-то охватывает паника, кто-то сохраняет спокойствие. Вот, ну, дети, ну, не знаю, вот, я знаю такие, как родители говорят, что с маленькими детьми родители переводят это, знаете, как там, в игровую какую-то форму, там, ну, это фейерверк, да, то есть дети верят. Более старшие дети, там, за старшеклассников конкретно, да, мне кажется, они понимают все происходящее. А вот если взять первый класс, второй, третий, мне кажется, им сложнее всего, да, вот это принять было, понять, ну и как-то приспособиться вот к жизни. В 2023 году в октябре нам поступило предложение принять участие на грант губернатора физических лиц. У меня вообще не было никаких сомнений.
Почему? Потому что кружок школьный был всегда в школе, а то есть техники никакой не было. Да, у нас там какая-то там колонка, которую я покупала самостоятельно, и пианино, все. А дети, понимаете, это современные. Им хотелось петь в микрофоны, почувствовать себя звездами. Вот. Поэтому вообще не было сомнений. Написала проект, подала заявку. В начале декабря узнала, что стала победителем. Все, работа пошла. Закупили оборудование, набрала детей. Вот сейчас, на данный момент, вот в начале года у меня было 21 ребенок, сейчас 28. То есть идут, хотят петь. Мы принимаем участие в конкурсах, во всех школьных мероприятиях. Сегодня наши воспитанники ездили в Центр славянской культуры на мастер-классы. Давали преподаватели из Санкт-Петербурга и Москвы театральные и вокальные мастер-классы. И вот наши воспитанники сегодня ездили. Вот, то есть, работа кипит, работа идет. Я давно хотела петь, но никак не удавалось записаться куда-нибудь. И вот здесь начался набор, и я пошла сюда. Меня взяли, и я начала петь. Мне кажется, мальчики просто стесняются петь. Хочу научиться петь, научиться не бояться на сцене выступать. Дети хотят петь. Хотят. И я им дала эту возможность. И, конечно же, благодаря гранту губернатора Югры у нас появилась теперь такая возможность, что дети могут приходить петь современные песни, то, что они хотят.